В Татарске простились с Андреем Кореновым, погибшим в ходе военных действий на Украине. Выпускник школы номер 3 ушел из жизни при исполнении воинского долга. Родился Андрей в Татарске и трудился в родном городе на разных предприятиях. Андрей действительно состоялся как настоящий человек. Настоящий муж, настоящий отец, настоящий защитник своей родины. По окончании школы Андрей поступил в профессиональное училище номер 75 по специальности водитель-электрик. В 1992 году устроился на работу в ВЧД-4 оператором котельной и проработал там до 2020 года. После трудился в должности водителя ведомственной охраны железнодорожного транспорта. С мая 2002 года работал водителем скорой помощи, а 5 декабря отправился в зону специальной военной операции на контрактной основе. Мы провожаем нашего земляка, который отдал свою жизнь за нас, за родину. Ну, вот так получилось, краткий был его боевой путь. Но это созревший, осознанный мужчина, который понял, что надо идти, надо защищать свою родину. Свой жизненный путь Андрей Коренов закончил, исполняя воинский долг. Погиб в результате боевых действий 15 декабря 2022 года.